Официальный Вашингтон признает проведение местных выборов в Донбассе, если они будут проходить в полном соответствии с минскими договоренностями. Такой вывод можно сделать из заявления помощника госсекретаря Виктории Нуланд, которая побывала сегодня в Москве. Свою консультацию она назвала конструктивными. Перед вылетом из российской столицы Нуланд посетила один из ресторанов, где заказала пельмени. Ее совместная с американским послом фотография появилась в интернете. Между тем, о судьбе минских соглашений сегодня говорили и в самой белорусской столице. Там прошло очередное заседание контактной группы. Судя по всему, договориться по ключевым пунктам вновь не удалось. Так, вопрос об амнистии отложен до следующей встречи. Вместе с тем, и сами участники переговоров, и представители ОБСЕ заявляют, что число нарушений перемирия в Донбассе за последнее время значительно снизилось.